Я не могу заставить. Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем любимых исполнителей. Ребятки, слушаем. Кай Ангел. Липстик. Липстик. Поехали, друзья. Ребятки, музыка пока еще не поняла, только начало. Но хочу сказать, вот клип начался. Ребятки, как страшно, да? Все равно стреляют везде. Так страшно. Я что-то боюсь. Липстик – это помада. Да, понятно. Ребятки, все равно, да, тяжеловатый клип. Я не буду хвалить там, ну, для меня тяжеловатый. Как-то вот страшно мне вот. Вот этот мир мне страшен все равно. Не знаю я. Ребят, что могу сказать? Мне вот это, я вот такую жизнь прям опасаюсь. И, ребята, не хочу, чтобы вы там в такой жизни были. Вот там, где это? Снимался клип. У нас, по-моему, намного красивше и лучше, и спокойнее. Как вы думаете, друзья? Я такие вещи прям вот, ну, не знаю. Это какие-то штаты. Где это? Я боюсь такие вещи, ребятки. Боюсь, друзья. У нас в России все равно намного лучше, по-моему, и намного спокойнее, друзья, да? Nails. Oh my god. This is also very 9 inch nails. Такую же вторую? Блять. French vanilla. You feel me? I got less sugar than you, because I'm not gonna die from diabetes. Вау, отражается Голливуд в моих глазах сейчас. Ребятки, вот днем нормально, да? Вот днем. Дневное время нормально. Ну, а, наверное, ночью страшно. Ночью шайтаны выходят. Да, ночью шайтаны выходят. Страшно. Наверное, ночью везде страшно, ребятки, да? Везде, везде, на всей планете, да? Это просто, наверное, ночью страшно было мне. А днем вроде ничего. Видите, они веселятся. Вот ночь опять. Опять страшно.
Так все так и будет сидеть. Угу. Ребят, что могу сказать? Как тебе артист этот? Мы же слушали Прада Пати, нам понравилось. Я не могу застапить. Я, да, мне понравилось. Мне понравилось. Вот написано, как называется, липстик. Это помада. Вот он разукрасил себя, как этот, как клоун. Не клоун, а как этот... Год. Год. Страшно как-то, мне нет самое. Вообще... Как Мэрилин Мэнсон. Да, да, да. Ну, в целом, как? Не очень, да? Ребятки, как в целом? Мне вот, я же вам говорю, вот ночной город я боюсь. Я очень такие вещи боюсь. И поэтому, может, как-то для меня вот это вот, понимаете, днем еще как-то нормально, спокойно. Но ночь, ночную жизнь боюсь. И вот он, это в ночной жизни он был там, да? И как-то мне страшно. Я даже не могла разобрать, ребятки. Пока, мои хорошие.